Привет, с вами снова Жака. Мы приехали тут на Пхукете. Здесь есть водопад, есть вот такой ботанический сад красиво, и здесь дают на прокат вот покататься вот такие картинги. Один час стоит 3200 батами, полчаса 2400. Ну и как-то оно на два не делится. Чем меньше ты ездишь, тем дороже получается, чем дольше ездишь, тем дешевле выходит. И сейчас у нас есть гонщик Глеб, который покажет мастер-класс на этом полис машин. Прикольная тачка. Он поторговался, и у него получилось договориться за 10 минут, да, Глеб, 10? 5 минут? За 5 минут 500 бат отдает человек, ну хочет прокатиться. Я вот сейчас поснимаю, как он это делает. Посмотрим. Let's go! Вова! Спортсмен на старте. С ремнем безопасности. И поехали. Такой вот аппарат прикольный. Я не видел такого нигде еще. Прикольный аппарат. Долго-долго готовится к старту. Ну, сейчас хоть увидим, как эта машинка ездит хоть чуть-чуть. Нам тоже жутко стало интересно, и мы не пожалели немножко времени, нервов, поторговались. Хотя бы попробовать просто, потому что, ну, как-то сейчас это классно. Пошел и пошел, в общем, по парку кататься. Я за ним не побегу. Вот такие здесь есть развлечения. А вдали налево 800 метров водопад. Сейчас мы туда поедем, тоже через минут 10 посмотрим водопад Пхукета. Тут красиво. Вот наш спортсмен едет уже через мост. Здесь видно, как он проезжает, его проводят, показывают дорогу. О, пошел. Пошел. Вот такие гоночки. Приезжайте, отдыхайте. Всего хорошего. Рекомендую. Прикольно.